Джиу-джитсу набирает все большую популярность среди молодежи страны. Международная ассоциация признала Казахстан одной из лучших стран в развитии данного вида спорта. Так, на 15-м открытом чемпионате мира в ОАЭ 6 казахстанцев стали призерами, завоевав 4 золота и 2 серебра. Подробнее о развитии этого вида спорта в материале моих коллег. Одним из людей, внесших значительный вклад в развитие джиу-джитсу в регионе, является Асылбек Темирбеков. Профессиональный тренер обучает боевому искусству более 200 спортсменов Восточно-Казахстанской области. Его подопечные занимают первые места не только на республиканских соревнованиях, но и на мировой арене. С каждым днем приходит все больше ребят, которые активно заинтересованы в тренировках. В моей группе есть ребята, которые завоевали золото и серебро мирового первенства, и это действительно исторический момент для Восточно-Казахстанской области. Такого показателя ранее не было. Джиу-джитсу набирает большую популярность и среди девушек. Не теряя стати и женственности, девушки осваивают боевое искусство и даже занимают призовые места на мировых соревнованиях. На данный момент проходит чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби. Среди сильнейших спортсменок на международных стартах должна была быть Саида Айдархан, однако, получив травму, участие принять не смогла. Как отметила спортсменка, веру она не потеряла. Саида нацелена на победу в следующем году. В начале 2023 года ездила в Астану на чемпионат Азии по грэпплингу и джиу-джитсу. Там мне не удалось выиграть, и, к сожалению, я получила травму. Мне сломали руку по неосторожности во время боя. Вот уже 8 месяцев возвращаюсь в былую форму, восстанавливаюсь. Джиу-джитсу официально признан международным боевым искусством и был включен в программу 19-х азиатских игр. На сегодняшний день этот вид спорта считается одним из самых захватывающих и эффектных. А наши спортсмены, несомненно, лидируют в мировом рейтинге сильнейших. Тамирис Кабаева, Дошан Мухаммедкали, Мирас Хатулы, Алтай Ахпарат.